Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 27 апреля, вот я сейчас заходила выкладывать видео про то, что... у нас массовое тут закаливание. И прочитала комментарии, на которые хочу ответить, потому что такие комментарии приходят каждый год, о высадке томатов лежа. Про высадку томатов лежа многие все понимают. Ну что, его наклонить, ну как, уложить? Я вот на примере этого покажу. Он, конечно, не настолько переросший, чтобы его лежа, но как экспонат он подойдет. Подожди, я сейчас сниму 5 минут, и мы с тобой потом будем играть. И вот, а многих интересует не сам процесс высадки лежа, а направление, куда ложить верхушку, располагать, и куда корень. Тут, как всегда, у огородников мнения разные. Я расскажу про себя. Почему я в эту сторону выкладываю? И как? Я выкладываю макушку. Кать, тише, я снимаю. Я выкладываю макушку на север. Вот туда север. Вот здесь у нас юг. Почему? Потому что когда мы все это присыпем, для того, чтобы найти солнце, макушка поднимается и к югу тянется. И она будет подниматься, подниматься и встанет. А если мы положим макушку сразу на юг, у нее и так будет солнце, и оно не будет вставать, а вот так вот просто приподнимется и будет смотреть. Ну, вы поняли. Вот мой довод в пользу такого расположения такой, что ей принудительно придется встать, если мы ее против солнца повернем. А если она будет лежать прям лицом к солнцу, ей вставать не будет нужды. Но я знаю, что есть люди, которые укладывают наоборот. Возможно, у них есть свои объяснения. Мои объяснения таковы, что нужно ее заставить принудительно поднять голову. Все, до свидания. Сегодня работаем с внуком, как видите. Ох, садики на карантине. Сегодня с помощником. Марк, ты копаешь землю, бабуля? Ну-ка, повернись ручкой, помаши. Будущий агроном. Он да Надюшка. Вот все великие помощники. Ну-ка, подождите. Так и копает-то правильно. Эх, маленькую бы тебе лопаточку, да? Осторожно, мальчик. Ой. И с котятами наигрался, и землю покопал, и на качели покачался. Ох, сейчас работа у нас попрет, да?